Он тот сейчас крикнул Зеро и все, загреб, что не было на столе, такую кучу всю себе взял. Зеро, бабушка, выгода банка. Вот цена. А я что, ничего не получаю? Нет, если вы до этого ставили на Зеро, получаете в 35 раз больше. 35 раз? Что ж они дураки не ставят? 36 шансов против, бабушка. Зоб! Ну, поставь сейчас на Зеро. Нет, Антонина Васильевна, Зеро теперь долго не выйдет. Сдор! Волга боятся в лес не ходить. Делайте ваши ставки, господа. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Красный. Что, проиграл? Ставь еще. На Зеро. Делайте ваши ставки, господа. Ставки сделаны! Ставок больше нет. Красный. Что опять? Уголок ты. Я ведь его. Но скоро я этот зверюшка проклятый выйдет. Желание хочу быть, а вот посижу до Зера. Так столько проставишь, что и выйдет Зеро, так ничего не возьмешь. Алексей Иванович, ставь всю зараз. Бабушка! Ставь, ставь, не твои, на Зеро, на Зеро. Антонина Васильевна, он иногда по 200 раз не выходит. Ну, врешь, врешь, ставь. Люди, я вас в весь капитал проставите. Парни, хочу быть, отыграюсь. Делайте ваши ставки, господа. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Зеро! Видишь, ну и что я говорил? Ну и сколько же я теперь, что ж, не несу беда? Сколько у нас тут? 6000. На, бери. Ставь все 6. На красную. Делайте ваши ставки, господа. Ставки сделаны. Иванович,
Алексей Иванович, не губите. Зачем же? Она играется в ух, особенно при ее игре. Вы видите, как она играет? Мы ее родственники. Вы подумайте, что будет с моими детьми и со мной, с мадемуазель Бланш. Вы же наследники ее не губите. Спасите, Алексей Иванович. Зачем я домогу? Совести тем, говорите, не дайте ей проиграть слишком много. Я вас по-русски прошу. Я вам в пояс кланяюсь. Не могу спать, измучилась вся. Алексей Иванович, ты где? Алексей Иванович! Простите. Полина Александровна! Возьмите это письмо и передайте мистеру Астри. Пожалуйста, прошу вас поскорее. Ответа не надо, он сам.